что-то случилось. Там люди в масках приехали. Скорая помощь медицинская. Амбуланс. Возможно, даже со смертельным исходом, потому что пузырьки какие-то фотографируют. Это или следствие. Ну да, скорее всего. Ничего себе. Кому-то жить надоело. Вот каждый пузырек он фотографирует. И люди ходят в перчатках, чтобы пальцев не оставалось. И в целлофановых мешках на ногах. Да, это экспертиза. И он значок правосудия нарисован. На Вене. Меня тоже сфотографировал. А, вон и полицейский стоит. Ну, спрашивать я не буду, как-то не очень прилично. Хотя... Да, наверное, кто-то таблеток копился и... Они с пистолетом. Поэтому лучше я спрашивать не буду. Носилки вытащили. Пока никого не выносили. Кого-то вытаскивают, а вытаскивают женщину. Ну, видимо, потому что погибшая тоже женщина. Я так думаю. Видимо, все уже экспертизы сделаны, все на месте осмотрено, поэтому. Тяжелая, наверное, потому что не получается их сразу вынести. Развернули носилки, не той стороной лежали. Все, теперь удобно. Теперь можно унести. Одна, что ли? А, нет, еще кто-то. Ё-моё. Ну да, скорее всего, это женщина, поэтому выносит ее женщина. Не выносит, а прям... Прям по ступенькам ее. Мама моя. Ну, судя по тому, сколько таблеток от женщины было, там 15 пузырьков, то здоровья уж там точно никакого и не было. Ну да, пакет широченный.
вспотели все вообще, они надрываются. Не, никак. А мужики даже не помогут, он стоит в стороне. Да. Ну все, что, Царство Небесное.